Югорчане покорили Эльбрус. На самую высокую вершину страны и Европы отправилась целая делегация во главе с заместителем губернатора Югры Алексеем Забазлаевым и лыжником Антоном Гафаровым. В походе участвовали представители департамента промышленности, фонда развития Югры и бизнес-сообщества. Некоторые из них покоряют Эльбрус не впервые. Чтобы превзойти прошлые достижения, проект назвали «Будь выше». А чтобы соответствовать названию, на вершину в 5642 метра югорчане взяли с собой метровую стремянку. Так что покоренная высота превзошла самую высокую горную вершину России на 1 метр. Интересно, что параллельно с югорчанами на Эльбрус поднималась группа известного путешественника Федора Конюхова.